какие покупки куплены сегодня? Мира, какое сегодня число? Лучше не говори. 30-е? Наверное, 30-е. Гривен 500 ушло, даже больше. На это все. Все самое необходимое. Все самое при самое необходимое. Хотела колбасу другую, но это мне по цене устраивает. Натушим капусты. Сулугуни будем есть батончиком. Мира будет пить чаек и сделаем еще блинов на кефире. Мира, понравились тебе блины на кефире? На молоке лучше? Ветчинку мы сделаем из нее. Гороховый суп с ветчиной. Надо докушать тут. Супец. Еще. В общем-то, купили, чтобы не голодать на выходных. Все, всем пока. До новых встреч.